Лопата! Уже пол восьмого, но я все еще хочу спать. Думаю, посплю еще немного. Кстати, держите лайфхак, где можно держать телефон во время походов. Видите берцы, да? Па! Все. Сейчас видел, как майский жук сам себя поджарил. Он, в общем, завис что-то над углями, и за крылышек угли стали раздуваться. И огонь сжег его крылья, он приземлился на кирпич и тут благополучно умер. Но я его уже сдул. Вот такой вот был майский жук. И теперь тут и самолеты летают. Не вижу его, но очень отчетливо слышу. Народ, важное обновление. Оказывается, подписчик мне привез 3 шоколадки, а не одну. Я только сейчас заметил. Вот еще раз огромное ему спасибо. Сегодня очень жарко. Днем плюс 30 в тени. На солнце плюс 45. Вот мне через час нужно топать на реку, чтобы слушать ваши сигналы там. Так что до связи. Решил срезать путь. Возможно, даже удастся поснимать совенок из-за забора. Немного совсем. Что-то срезал прям радикально. Вышел на футбольное поле. Ну ладно. Смотрите, ящерка. Ну, видали? Я иду дальше. На самом деле нехило так срезал. Вот уже тут вышел. Ну, где-то тут в кустах с листовкой ставили палатку. Точнее, он ставил, а я заселился в нее. Видели, да? Как думаете, персонал отдыхающий? Сижу
сижу на 38-м канале уже 15 минут, никого нету. И смотрите на небо, похоже, шторм грядет. Этот семейство каждый день здесь плавает. Делать доски для стола — работа неблагодарная. Ух. С Богом. А, ну ё-моё. Почему? Давай уже разбивайся. А, ну наконец-то. В общем, распилить вот этим вдоль, а не поперек, не представляется возможным, поэтому продолжаю работать топором. Ахтунг, на меня капнуло. Спасаем все намокаемое имущество. Кстати, я освоил расклинивание. То есть, когда втыкаешь топор в чурбак, во все трещины пытаешься вставить как можно больше щепок, и тогда он быстрее раскалывается. На смену Коле и курицы из KFC пришли иван-чай и овсяная каша с молоком. Ням-ням-ням. В общем, не знаю, расклинивание, не расклинивание, но мой вам совет. Вот сколько может разбить вот ваш топор, столько и бейте, за больше не беритесь, потому что ерунда всегда выходит какая-то. Сейчас покажу предыдущий образец. Ну, типа, да, ну, типа, нет. Очень долго выстругивать все это. Простите, ребят, но в такую погоду вообще лень что-либо делать. Сейчас подсчитал, у меня осталось только 2 сухпайка. Вот, то есть завтра либо придется закупаться, либо все-таки мастерить удочку. Либо собирать грибы. Либо готовить лягушек. Наверное, либо удочка, либо просто закупимся в магазине. Я столько сегодня уже поспал, и еще хочется. Надеюсь, я не заболел. Вышел без цели погулять по округе. Наверное, зайду еще немного подотфилить. Заодно узнаю, есть кто в лагере или нет. Ну что, погнали на просеку? Вышел на такой вот перепутье. Соответственно, вон там у нас мы были в выжидательной позиции. Я надеюсь, хоть сколько-нибудь видно сотый корпус. Вот. Давай пойду вперед. Я почти сразу выхожу на дорогу. И ощущение, как будто я срезал, причем довольно сильно. Ну, пойду еще по траншеям погуляю. Я, походу, зря срезал, потому что я дойду сейчас до машины организаторов. И в наглую пройду мимо. Пойду по дороге, это сделаю лучше. Такой артефакт на дереве обнаружил. Наверное, это мифишная штука. Хотя, может, фестуны забыли свои ботинки. Побоялся сюда идти. Машина администрации лагеря не обнаружен с этой стороны. Движения тоже никакого не видно. А мы продолжаем траншейный марафон. Вот отсюда я бы прибежал, если бы не побоялся машин. Вот отсюда я прибежал на самом деле. Вот по правую сторону медпункт, и это синее здание. Я иду дальше по входу. Я вышел к забору за складами. Ой, прям вдоль забора идет замечательная траншея. Тут подкоп есть нормальный такой. Можно залезать сюда. Признаков разумной жизни до сих пор не обнаружены. Птицы в кустах шебуршатся, но это не по нашу душу. Следы пребывания древних туристов. О, умывальник. Как у меня, что ли? Какой-то странный просто бутылка. Ну ладно.
Интересно, люди спиваются от такого же ощущения тоски, которое я сейчас испытываю. Просто я что-то пришел обратно и такой, ну, еще 2 часа. Раступки огня. Прям зашумел. Опять я иду в магазин, чтобы заряжать технику. Надеюсь, что там будет добрая продавщица. В итоге продавщица оказалась злой, но я встретил 2 туристов. Они как раз вот с берега Волги шли в Конаково, через Едимоново. Они-то мне и показали, где находится вторая дорога, ведущая из Видогощи. Я дошел с ними до брода, посмотрел, насколько он глубокий, и пошел обратно. Внезапная развилка, которая сошлась уже через 20 метров. А вот это тот самый поворот не туда, по которому я пошел в 3-й серии и вышел к вольеру. А вот это дом, в котором живет Даша. Опоздал на 10 минут. Уже 4 вечера. Топаю за праздничным квасом. Надеюсь, все-таки зарядить камеру. Нам еще 18 минут осталось отснять. 18 минут осталось на камере. Понимаете? То есть уже 60 гигов где-то израсходован. Ну, чуть меньше. Кто-то там объясняет, что он работает и отдыхает в лагере. Но, похоже, это не суббота. Либо он опять включил свои навыки в социнженерии и представился работником лагеря. Встретил на пристани тех самых грибниц, которых по пути в Едимоново видел. Ну, в общем, говорят, грибы есть. Много гнилых. Насобирали там на дно лукошка. И еще вот знакомая женщина рыбачит. Сейчас отошла и решила заснять это видео. Вот я уплыви грибницы. Да, кстати, совсем забыл. Купил лицкий квас именно хлебный, чтобы сравнить с темным. Так вот, можете меня хейтить в комментах, но, ё-моё, санина полная. Никогда не покупайте хлебный, всегда покупайте темный. Темный лучше работает. Какой-то кислый, противный, не пенится. В общем, дизлайк. Отписка от хлебного лицкого кваса.
легкая ностальгия по тому дню, когда я ждал пионеров, лежа около пляжа. Сейчас я на другой пристани и жду уже навигаторов, а не пионеров. Как мне кажется, набег-фест удался, в отличие от Сионок-феста. От Даши узнал, где можно купить молоко местного разлива. Сейчас, наверное, схожу за деньгами. Вечером зайду за молоком. Что-то суббота не отвечает. Сходил уже за полторашкой и за деньгами. Пойду затариваться молоком. Суббота все так же не отвечает. В доме напротив таксофона продают молоко. Вход вот из дальней калитки. Я понятия не имею, где суббота. Он не отвечает. Я оставил ему голосовое сообщение. Если он послушает, поймет меня правильно. Но пока на Бигфесте не хватает самого главного косплеера. Вот такие вот дела, ребят. Звоню ему в последний раз спать. Сейчас ровно полночь.